пытаемся определить пол у этих птичек. Это я считаю девочка. Хоть и розовый, но все-таки беленькие кружки есть. А тут более интересный случай. Ну, третьяк. Третьяк. Ты почему на резкость не настраиваешься? Все-таки ближе к девочке. А этот чебурек, считаю, ближе к мальчику. Муж и не прав. Красавцы. Третьяк более зеленоватый, более голубоватый, даже фиолетовый, я бы сказал. Остальные еще маленькие. Эти уже все взрослые птички.